Система автоматической перевозки поддонов разработана специалистами завода «Стройтехника» специально для автоматизации процесса транспортировки отформованных изделий со штабелеров в пропарочную камеру и обратно. Это значительно сокращает время и затраты на данном этапе работ, исключая ручной труд и человеческий фактор. Процесс транспортировки происходит следующим образом. После того, как свежеотформованные бетонные изделия накопились на поднимающем штабелере, модуль системы перевозки автоматически забирает все поддоны и перемещает их в пропарочную камеру. А данный цикл выполняется повторно без прямого участия оператора. В пропарочной камере изделия отлеживаются, приобретая максимально эффективные свойства. Количество поддонов зависит лишь от размера стеллажной системы пропарочной камеры. После высыхания изделий оператор задает команду на разгрузку поддонов, и система в автоматическом режиме забирает из пропарочной камеры поддоны и перемещает их на разгрузочный штабелер, который, в свою очередь, разгружает поддоны в модуль пакетирования. Система автоматической перевозки поддонов имеет три скорости. В зависимости от типа изделий и их веса, скорость перемещения меняется, что обеспечивает безопасность работы. Эффективное программное обеспечение системы выполняет бесперебойную работу транспортного узла в автоматическом режиме, а все необходимые настройки интуитивно понятны и задаются оператором в начале смены. Также система наделена возможностью удаленного контроля и управления в реальном времени. Благодаря видеорегистрам и высокоточным датчикам оператор может контролировать весь процесс одного пульта и оперативно регулировать работу всей системы. Данное автоматизированное решение позволит автоматизировать процесс транспортировки готовых изделий, тем самым увеличить эффективность работы вибропрессующих комплексов «Рефиль».